В татарстанском кадетском корпусе Нижнекамска состоялся творческий вечер бывшего директора сварочного центра «Нижнекамск-Нефтехима» Михаила Ястребова. Со сцены он прочитал стихи собственного сочинения, направленные в том числе и на воспитание в кадетах духа патриотизма. «Звеном к звену, плечом к плечу, свое наследство будем защищать, и не погасим древнюю свечу, она нам души будет освещать». Михаил Ястребов – человек с широкой душой и добрым сердцем. С 1984 года он работал главным сварщиком на Нижнекамск-Нефтехиме. Затем возглавлял сварочный центр. Несмотря на тягу к творчеству, в молодые годы для стихов времени было мало. Сейчас Михаил Ястребов находится на заслуженном отдыхе и полноценно занимается любимым делом, стараясь передать молодому поколению и свои знания, и любовь к литературе. Заряженный энтузиазм, да, наверное, что ли, подобрать, наверное, правильно. Наверное, сложно встретить на сегодняшний день. То есть очень рад, что человек приходит к нам без каких-то корыстных там и меркантильных интересов, чисто вот со своей душой, да, открытостью, наверное. Больше всего чувств вызывает стихотворение отца и матери о родном доме, о краях, откуда ты приехал. Так как ты, ну, живешь здесь круглосуточно, ну, и находишься постоянно здесь, домой уезжаешь только на каникулы, ну или же там каких-то непредвиденных ситуаций. Поэтому больше всего чувств вызывает именно вот такие стихотворения. К слову, такие мероприятия для кадетов организуются нередко. Мы проводим литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству директора сварочного центра, главного сварщика нашего объединения. Так как это стало нашей традицией, он даже приехал сегодня из Казани, чтобы довести до наших кадетов патриотическое воспитание. Мы неоднократно, ежегодно проводим такие мероприятия для кадетов и для персонала Центра милосердия и других организаций нашего города. Порадовали кадетов и выступления с танцами, а также песни на патриотические темы. Олег Баязитов, Радик Хабибуллин, Влас Семагин, Н-Медиа.